триває наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Дякую всім, хто слухає нас і, можливо, хто щойно долучився до ефіру. Далі ми будемо говорити про те, що лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська вівторок наприкінці конференції «Нова Білорусь», присвяченій другій річниці масштабних антиурядових протестів, власне, оголосила про створення такого собі колективного виконавчого органу об'єднаного перехідного кабінету в Білорусі. Про це ми будемо далі говорити. Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо, є з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Добре утро, шановні слухачі, глядачі нового Радіо НВ. І ми вас теж дуже раді вітати. Власне, можливо, ви знаєте, бо ми тут зараз всі обговорюємо нічні події, які відбувалися в Білорусі. Там, кажуть, на аеродромі Зябрівка щось вибухало. У вас є якісь деталі, що це було? Ну, я по традиции перейду на русский язык. Правильно, мы обычно так общаемся по-русски, хоть и без удовольствия, подчеркну это, но тем не менее, чтобы всем было более понятно. Значит, действительно, вчера в районе полуночи или там 23 часов по белорусскому времени, чуть позже, там начали местные жители, которые там постоянно проводят наблюдение тихо за этим местом, замечать вспышки, ударная волна, вот сообщалось об этом, и взрывы. Да, от 4 до 8 там по разным вот впечатлениям, источникам. И сегодня у нас Министерство обороны, не знаю, говорили ли вы об этом уже в эфире или нет, выкатило сообщение, вот оно у меня перед глазами, в связи с обращениями о прошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению, пострадавших нет. То есть у нас классический случай, вот, когда взрывы какие-то происходят, вспышки, а это оказывается просто там что-то загорелось случайно. Ну, кто-то вот окурок не докурил, да, где-то да, там топливо подтекло. Да, ну вот, вот что-то вот такое вот произошло. Ну, тут тоже видно, что украинская сторона не комментирует, да, то, что произошло. И это интересная, конечно, вот ситуация этой войны, когда вроде как удар произошел, но никто не хочет его подтверждать, брать ответственность, делать какие-то выводы. Да, только пропаганда делает большие глаза, как обычно, и начинает кричать, где же красные линии? Вот они по Крыму ударили, вот они по Белоруссии ударили, да? Значит, ну, когда же уже тут мы что-то другое начнем вдарили. Але я хочу тут ще ж поправити. Я розумію, що ви про пропаганду говорите, але ну, Україна не відповідає за те, що відбувається на територіях інших держав. Ви ж це розумієте? Тобто, ну, ми не можемо це коментувати. Конечно, но разговоры о том, что вот эта вот база в Зябровке, это бывший заброшенный советский аэродром, он 20 лет, там никакого движения не было, и тут вдруг этой зимой там появились российские войска, и в целом этот аэродром уже превращен в российскую военную базу, третью российскую военную базу на территории Беларуси, о которой столько было разговоров, что Лукашенко ее не разрешит делать или разрешит. Значит, вот оно само собой так получилось из-за того, что Россия придумала напасть на Украину, что, значит, эта военная база, она образовалась. И вопрос удара по ней, ну, это был, наверное, вопрос, был и есть, да, давайте все-таки так говорить, вопрос времени, потому что и в Беларуси, и в России, и в Украине все понимают, что белорусских войск там нет. Там стоят российские комплексы С-300, там стоят российские там вертолеты на взлетно-посадочной полосе. И этот удар, если он произойдет когда-нибудь, если бы он произошел, это был бы удар по российским войскам, а не по белорусским войскам и не по белорусским мирным жителям. Поэтому мне кажется, что в Беларуси, вот если так взять людей, да, которые не верят пропаганде, но которые все-таки не хотели бы, чтобы Беларусь и Россия, Беларусь и Украина вступали в противостояние между собой военное, да, все готовы так вот в головах к тому, что Украина ударит по Зябровке, по российским войскам в Зябровке, да, вот. Но Украина этого не делает, ну, не делает во всяком случае официально,
Вот, понятно, по каким причинам. Чтобы не обострять ситуацию и не давать дополнительных поводов вот к открытию этого Северного фронта, да, можем так сказать, к тому, чтобы белорусским войскам, ну, вот их идеологи, да, их командиры сказали: смотрите, ракеты полетели на территорию Беларуси, мы должны ответить, мы должны, значит, войти и так далее. Так что, да, я понимаю, никакого удара по Зябровке не было. Там, ну, еще раз можем процитировать, да, Министерство обороны. Во время контрольного пробега одной из единиц техники произошло возгорание одной из единиц вот этой техники после замены двигателя. Крім пропагандистських пабліків, якщо їх не читати, а читати якісь, ну, адекватні, так, військові експерти Білорусі вже мають якісь дані про наслідки, що там было и что там сгорело? Нет, еще нет никакой такой информации. Я думаю, что хотелось бы дождаться спутниковых снимков. И опять же, практика этой войны показывает, что они в течение пары дней появляются. Вот. Ну и мы, наверное, будем видеть, есть там какие-то серьезные изменения или нет. Пока что вот ни спутниковых снимков нет, ни каких-то таких конкретных данных о том, что там произошло. Добре. Ну, уничтожено что-то или нет. Да, будемо стежити за цим. Обговорили актуальні ранкові події. Тепер поговоримо про заявлену Світлану Тихановську і її комітет, створений перехідний уряд Білорусі. На вашу думку, от це символічна така подія, яка приурочена до двохріччя протестів Білорусі, чи це, ну, якийсь реальний працюючий орган? Ну, на мой взгляд, это скорее второе, или хотелось бы, чтобы это стало реальным рабочим органом. Была проблема. Какая? 2 года с выборов прошло. Эти были 2 года репрессий, СМИ, огромное количество активистов, политиков, экспертов оказались в изгнании. И вот этот вот офис Тихановской, он все меньше и меньше мог влиять на ситуацию. Главное, что ей предъявляли, ей и ее кабинету, где действия, где хоть какая-то активность, кроме международных поездок, кроме поддержки диаспоры, то есть того, что Тихановская реально могла делать, да, там уговаривать иностранных дипломатов все-таки продолжать открывать белорусам визы, открывать программы поддержки, принимать белорусских студентов в вузах за рубежом, санкции, да, каким-то образом продолжать ужесточать, делать заявления о политзаключенных, об их освобождении. Но по факту Лукашенко через 2 года после выборов остался там, где он был. Политзаключенных становится все больше и больше. Белорусская экономика не падает. Чиновники хорохорятся. Значит, все у нас будет хорошо. Сейчас мы наторгуем с Зимбабве и другими такими странами, да, и с Россией. Вот. И часть вот демократических сил, она, которая, причем, оказалась на обочине немножечко, потому что, конечно, в центре всего этого движняка офис Тихановской. Да, вот, часть этих демократических сил, она начала поднимать вопросы. Давайте мы что-то поменяем. Ну, или в формулировках таких более приземленных, если бы у нас в течение этих 2 лет были такие возможности, как были у офиса Тихановской, такие возможности, такие средства, мы бы уже бы все бы поменяли бы, да. Ну, всем понятно, что эти вопросы в пользу разговора, да, в пользу бедных. Если бы у нас, значит, у вас не было, у Тихановской было, она сделала то, что она могла сделать. Но как реакция на то, что произошло, на вот эту всю критику, Тихановская решила провести, сначала это называлось конгрессом, потом тоже под влиянием критики из-за того, что не было никаких выборов делегатов, да, выдвижения какого-то демократического на этот конгресс, а все-таки туда приезжали по приглашениям от офиса, значит, это переименовали в конференцию «Новая Беларусь», и, как вы верно заметили, итогом 2-го дня этой конференции стало формирование такого кабинета. Значит, в этот кабинет вошли 3, ну, он будет расширяться, но в данный момент он состоит из 4 человек. 3 в нем это довольно известные политические деятели, бывшие представители силовых структур. И главный интерес представляет из себя 4-й человек, это
бывший военный белорусский, это подполковник, который руководил в Бресте 38-й десантно-штурмовой бригадой в свое время. Значит, это человек, который в 2020 году, когда вот было насилие на улицах, когда, собственно, эти силы спецоперации были тоже привлечены к подавлению протестов, записывал обращения, возвращался в Беларусь, говорил, ну, пытался стать между военными и протестующими, чтобы не произошло никаких трагедий. Это Валерий Сахащик, который получил в кабинете, в этом переходном кабинете, да, он так называется, пост министра по обороне и национальной безопасности. Вот это новое. То есть мы же помним тоже, что многие украинцы, глядя на то, как происходит протест в Беларуси, революция в Беларуси, они так пренебрежительно отзывались об этом, мол, ребята снимают обувь, когда становятся на лавочке, да, хотят аплодисментами там победить людей с оружием и так далее. Вот это первый случай, когда вот акцентированно назначен как человек, военный, который отвечает за формирование какой-то национально-освободительной армии. Да, пока что сложно сказать, что он отвечает, но чем он может заниматься? Проведением каких-то спецопераций, подготовкой людей, которые эти спецоперации могут произвести. То есть всем понятно, что, конечно, мы не соберем за границами Беларуси такую армию, которая могла бы в открытую войти в Беларусь, я имею в виду армию из белорусских эмигрантов, да, и в какие-то бои с белорусской армией ввязаться, да. Но провести какую-то точечную спецоперацию, мне кажется, вот профессионалов, подготовленных, получивших подготовку в том числе и на войне с Украиной, прошедших бои, да, побывавших на передовой, вот из них можно такую группу собрать. И, да, первое, это вот то, что Светлана Тихановская, первое и самое важное, она начала рассматривать силовой протест, силовое решение вопроса как одно из возможных. Зрозуміла вас. У нас буквально 2 хвилини. Я ще хотіла спитати, як це вплине на саму політичну ситуацію в Білорусі, створення цього комітету. Можливо, це навпаки, тільки підсвітить тих людей, те вузьке коло для Лукашенка, для його майбутніх репресій цих людей. Ну, уже, да, те люди, которые вошли в кабинет, они дают комментарии в стиле «Вы же понимаете, что это не какой-то приз, да, это дополнительные уголовные статьи и со стороны режима в Беларуси и дополнительная ответственность». Да. В Беларуси репрессии продолжались, продолжаются и будут продолжаться, причем на всех уровнях. Арестовывают и журналистов, которые там, остались. Задерживают людей, которые участвовали в протестах 2 года назад. Вот их прогоняют через компьютеры и, наконец-то, вычисляют их по фотографиям, по базам паспортов. И я думаю, что в этом плане ничего не изменится. Но видна реакция со стороны Лукашенко — это, скажем, не страх какой-то высказываемый публично, но это видно, что ему неприятно то, что там происходит. Да? И мы, конечно, рассчитываем на то, что назначение такого человека, как Сахащик, то есть бывшего военного, который был командиром у десантников, который пользовался авторитетом, оно как-то повлияет на военных, которые остались внутри Беларуси, в том числе и в плане того, чтобы они не заходили в Украину, если они получат такой приказ. Потому что Сахащик выступает резко против войны. Он говорит, что войну никак нельзя оправдывать, и, соответственно, на нее нельзя идти. 30 секунд. А как взагалі население сприйняло ці новини про створення цього комітету Тихановської? Да 50 на 50, честно говоря. Половина очень рада, встречает аплодисментами это все. А половина, по разным причинам. Есть кто другие демократические силы поддерживает, есть просто те, кто уже разочаровался, они, конечно, с таким сдержанным пессимизмом. Но есть те, кого это воодушевило. Дякуємо вам за новини з Білорусі. Я розкажу нашим слухачам, нагадаю, що це був Павло Свердлов, головний редактор Єврорадіо. Ми говорили про ту ініціативу, яку запровадила Світлана Тихановська, зокрема, створила такий кабінет об'єднаний, який буде діяти за межами Білорусі. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.